В Балакове прошло открытие обновленной доски почета. По традиции на ней разместили имена 16 горожан, которыми может гордиться Балаковский район, а также 6 организаций, 5 из них социальной направленности. Дворец культуры, гимназия номер 1, детская художественная школа имени Задорожного, Балаковская районная поликлиника и спортивная школа Балакова. Завершает список металлургический завод Балакова, единственное промышленное предприятие, которое оказалось на доске почета в этом году. Рассматривали с учетом их вклада в социально-экономическое развитие Балаковского района, в то, как они занимаются благотворительностью, какую помощь, поддержку оказывают они учреждениям социальной сферы, сельским населенным пунктам. Металлургия – отрасль, которая появилась в Балаковском районе сравнительно недавно, но ее вклад в развитие территории ощутим. МЗ Балакова ведет активную социальную работу, поддерживает села Быкватрокского муниципального образования, реализует проекты в Балакове. Предприятие постоянно расширяет производство, что позволяет обеспечивать рабочими местами несколько тысяч человек. Мы гордимся своими сотрудниками, и потому что без них невозможно представить развитие отечественной металлургии. Мы развиваемся, растем. Производство началось с 2013 года, это уже срок. Название организации и портреты самых достойных балаковцев будут украшать доску почета до следующего дня города.